Приветствую, друзья, с вами компания Money World. Эта неделя у нас началась с негативных новостей, это операция на Украине. Мы не будем подробно затрагивать эту тему, лишь скажем то, что эта ситуация стала катализатором роста криптовалют. Почему именно это произошло, пока непонятно, будет ясно в дальнейшем. Возможно, да, все просто прильнули к экранам и начали торговать. Возможно, это недоверие народа к фиатным деньгам и перелив, соответственно, капитала в криптовалюты. Возможно, повлияла новость о том, что в Китае снова разрешили майнинг. Сегодня запрет на майнинг сняли уже второй провинции в Китае. Также, возможно, на рост повлияло то, что за эти два дня было выкуплено рекордное количество биткоинов с бирж – 12 500 биткоинов. Пока происходят такие события, четкие причины роста криптовалют нельзя назвать с точностью. Но одно можно сказать смело – сейчас не нужно делать каких-то поспешных продаж или покупок. И пока непонятно, что это – это начало нового бычьего цикла, либо это финальная стадия нынешнего бычьего цикла. Пока что заметно то, что падение уже начинает отыгрываться, биткоин вырос уже на 11%. То же самое по альткоинам, некоторые из них выросли до 20% и растет капитализация криптовалют в целом. К чему снято сегодняшнее видео? Не нужно делать каких-то поспешных покупок или продаж. Те, кто покупал биткоины, фиксируйте свои прибыли, фиксируйте аккуратно, лесенько, и в любой момент может произойти разворот тренда, мы опять можем уйти вниз, но с точно такой же вероятностью мы можем уйти далеко вверх. Ситуация на рынке непонятна, нужно ждать, пока вся эта ситуация устаканится. Также скажу, что крупные майнеры, крупные промышленники не продают свои биткоины. Советуем точно так же холдить максимально долго. Не забывайте, друзья, что в 2024 году нас ждет перерасчет сложности, то есть халвинг, и биткоин снова начнет свое бычье ралли. Конечно, стоит затронуть тему легализации криптовалют. Уже идут разговоры активно о том, чтобы легализовать и контролировать наши криптовалютные операции. С одной стороны, это хорошо, мы уже не будем бояться, нам не нужно сидеть в тени. Также это сигнал к тому, что в криптовалюту будут новые финансовые вливания. Теперь, друзья, давайте я подробно зачитаю проект, который предложил Минфин. Минфин направил в правительство проект федерального закона о цифровой валюте. Согласно внесенному законопроекту, россияне смогут легально инвестировать в криптовалюту до 600 тысяч рублей ежегодно. Для этого нужно будет пройти специальное тестирование. Вместе с тем, в случае принятия законопроекта, использование токенов как средство платежа в России останется незаконным. Создатель документа подчеркивает, что цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Друзья, мы как бы до этого ничего не оплачивали токенами. Ограничение в 600 тысяч рублей. Давайте не будем забывать, что мы только-только начали легализовывать криптовалюты, и это только проект. Пока этот закон вступит в силу, будет очень много изменений. Уже ведутся переговоры с криптоинвесторами, с крупными компаниями, связанными с этой индустрией. На следующем главном блокчейн-форуме страны будут присутствовать члены правительства и совместно обсудят с криптовалютными инвесторами и компаниями способы регуляции, интеграции криптовалют в нашу повседневную жизнь. К чему мы это все говорим? Мы хотим поставить финальную точку в вопросе о запрете майнинга. Нет, майнинг не запретят, все. Слишком много знаков и сигналов, которые говорят нам об этом. С вами была компания Money World. Берегите себя и своих близких.